Крым с Россией навсегда. В Республиканской филармонии прошел торжественный концерт, посвященный 9-летней годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Известные артисты Карачаева-Черкесии исполнили патриотические песни, отражающие единство и сплоченность жителей нашей страны. Смотрите подробности. Эта дата объединила наши народы, и мы сегодня вспоминаем те события и радуемся воссоединению Крыма с Россией. Известные творческие коллективы и артисты Карачаева-Черкесии порадовали своими музыкальными номерами. Множество патриотических песен буквально заставляли подпевать зрителей, даруя всем дух любви к родине и единству. Отрадно видеть, что наша республика активно взаимодействует с новыми регионами. В ближайшее время у нас планируется выступление творческого коллектива из Луганска. А сегодня подобные концерты проходят по всей стране. И приятно видеть, что мы все едины, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Мы видим, что значимость и этой исторической даты, и тех событий, которые сейчас происходят, когда новые регионы возвращаются в страну, поддерживает абсолютное большинство простых жителей, руководителей разного уровня и, конечно же, артистов. И сегодняшний концерт – это как раз демонстрация, что вот мы, деятели культуры, показываем, а зритель наш, который приходит на эти концерты и поддерживает нас, что мы все вместе, что регионы наши это чувствуют. И это в постоянной работе мы тоже показываем. За последнее время у наших артистов появляется множество новых песен, посвященных этой исторической дате, которая отражает дружбу наших народов, и душа каждого из нас выражает в творчестве нашу поддержку этим событиям. И все мы говорим сегодня «Крым с Россией навсегда», отмечают известные артисты нашего региона. Я считаю, что это замечательный праздник, очень значимая для России дата и событие. И хочется пожелать мира, счастья, добра, благополучия для жителей Карачаева-Черкесии, а также России в целом. Также в честь 9-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сотрудники Республиканского музея-заповедника организовали фотовыставку, посвященную данному событию. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаева-Черкесия.